Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Аделя с ником Crazy. Будем, как обычно, трешовать, ролить, пробовать выбить недостающих героев. Так, находится в гильдии Sentinel Soul. Всем добра и мира, пропуск БГ-кик. Вот так вот. Всем добра и мира, пропуск БГ-кик. Босс 3, 21.00. Первые места 25.75. Лидер, тяп-ляп, вице-лидер. Так, ладненько. Смотрим сразу, что пройдено. Да хренище сегодня. Так, Аджей. Что-то все на Аджей висят и все. Кошмарки. Шестерки даже не начинал. Прошел пятые. Понятно все. Ресурсы. Более-менее нормально. Донатный. Бездонатный. Так, окей. Что нам надо выбить? Асура, Афина, Заклинательница, Профессор Риббит, Повелитель Бури, Сейдна, Фрэнки. Ну, в принципе, набор такой интересный. По-любому кто-то упадет. Хорошая тыква, смерть хорошая. Так, отлично. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, отлично. Так, 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 так. Анубис с коркой. Ронин, Стрелок, блин, неплохой, неплохой аккаунт Фрея. Ремок не хватает, конечно, но очень неплохо. Так, 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 так. Ну, неплохо. Ладно, у нас сегодня, как обычно, Коля с Асурой. Коля с Асурой, так. Поехали, не будем затягивать. Еще много аккаунтов впереди. Хранитель. Укротитель. Блять, Фрея. Пиздец. Там, где надо, она не падает. Там, где надо, она падает, блять. Ебаный в рот. Ну вот так вот, опять еще одна Фрея, не знаю. Просто, блядь, то ли я ролю столько, то ли мне их действительно какой-то заколдованный аккаунт на этих Фрей. Ну, поздравляю еще с одной Фрей. Что могу сказать? Везет, некоторые просто его ожидают, у тебя уже вторая будет. Поехали дальше. Асура, конечно, сегодня Бигфут. Биг у него, по-моему, есть. Ниндзя. Ну, неплохо так. Начало очень хорошее. Анубис, блядь. Да это просто... Это уже просто топовый, топовый роллинг. За 10 косамов Фрея, Анубис, Бигфут, Череп. Самое обидное то, что у него все это есть. Купидон. Дракос. И студеные. Тьфу, падают хорошо. Тесса Булька. Так. До следующей легенды Леди Лео. Остановимся. Собьем этот рандом. Блин, пиздец. Все, что надо, есть у него уже. Нам оно падает. Причем с 10к 15к. Поехали дальше. Теква. Так, ладно, буду по 150, как нуб какой-то ролить. По первой легенде. Сейчас мы так 10к просто можем просрать полностью, смотрите. Циклоп, шаман, эктоплазм, алхимик. Оп, чик, не? Жесть, короче. Тупо надавала офигенный герой вначале, а потом типа сосите лапу.
Так, что тут у нас? 11:15. Ну, поехали ход конем делать. Без этого никак. Прощай, девственность. Прощай, бедолага. Ну, не знаю, блин, нападало вообще жестко. А вот и не добили, получается, и недостающих. Что там по недостающих? Асура, Афина, Заклинательница, Рибет, Повелитель Бури, Седна и Франки нифига не выбили. Что за подстава? Поехали сразу же дальше, будем пробовать, что делать. Потом пойдем уже в акции. Королева Гарпий. Князь Тыква. Просто нет слов. Гаргул. Ну, рыцари-то точно мы уже добили. Три эктоплазма в конце. Жесть, короче. Фея. Блин, на некоторых фея так падала хорошо. Да, к сожалению, Асуру не выбили. Недостающих не выбили. Ну, это такое. Это рандом, ребят. Зато потеряли девственность. Не знаю, сколько ему лет. Но он, у него аккаунт уже не целка. Так. Поехали еще заберем отсюда и попробуем что-то выбить. Тринадцать попыток. Ой. Снится долго мне будут эти акции и роллинги. 6 часов роллинга. 1500, отлично. Сейчас мы за 150 по-любому наролим недостающего. Неплохо, неплохо. 3300. Отличненько. Забираем. Так, сундучок надо будет открыть. 4 даже. Нанять героев. Ну, поехали, как обещал, по 150. Палач, королева, кристалл, снайпер. Ну, все. Ронин. Эх, вот то, что, о чем я говорил. По 150 не лучше падает, лучше по 450. Так, поехали, откроем сетик. БВ, Бастион, Гнев. Больше и Железную пару раз видели. Ну, Бастион упал. Такое ощущение, что здесь тоже как-то подкручено. Блин, у него еще одна Фрейя есть. Жесть, короче. Ну, что я могу сказать? Вот так вот, вот такой вот рандомчик. Ни хрена толкового не. Ну, как бы героев имбовых повыбивали, а второе, ну, без принципе, сможет качать. Фрейю, ну, не знаю. Бигфута. Нет, Ронин уже у него прокачанный. Может, второго захочет. В общем, какое-то такое вот творится сегодня. Так, у нас 5 карт смены. Давайте еще что-то поролим. А, карты. Попросил карты пооткрывать. Поехали. Куб. Друид. Сучка. Тыква. Пара. И
и рыцарь. Ну, короче, вот такой вот набор. Поехали. Ненужный герой. Ара. Ну, еще один ара. Ну, с этих, конечно, карт ни хрена толкового не падает. И, в принципе, все, что здесь падает, ему не надо уже. Это, по сути, просто обменял на какашки. Так. Ну, пятый сет баста, с этим поздравляю. Ну, а так, все, что мог, то сделал. Кому-то везет так, кому-то везет больше. Кому-то вообще не везет. Ладно, оставлю. Вот так вот, ребят. Ничего не могу сделать. Все, подписывайтесь, комменты, лайки. Я побежал дальше. Всем пока.